эвакуировать животных практически невозможная ситуация, потому что вы не сможете, во-первых, обеспечить нормальное ветеринарное обслуживание, транспортировку и клетки. Не забывайте, что 4000 животных, 200 видов невозможно. Самые сложные животные, которые есть, они на успокоительных. То есть мы добавляем определенные успокоительные, которые мы добавляем в воду, на преслон, там хищники определенные. Вот. И плюс с ними работают, ночуют наши киперы.